Привет всем! Audi S3. Ремонт задней части. Итак, машина у меня в мастерской. Владелец уже разобрал заднюю часть и поменял крышку багажника. Крышку удалось купить в цвет машины. Бампер он оставил родной. Это основные повреждения задней части. Мажероны стоят на месте, зазоры между крыльями и задними дверьми тоже гуд. Итак, загнал машину в мастерскую, снимаю бампер и начинаю ремонт. Первым делом вытягиваю заднюю панель и место установки уплотнителя крышки багажника. Итак, работы с выдержкой я закончил. Теперь я удалю часть левого заднего крыла. Я заменю поврежденный кусок на новый. Для этого у меня есть вот такая часть.
Машины кусок удалил, теперь такой же кусок я возьму с новой детали. Но сначала подровняю внутренние элементы. Примеряю кусок крыла и выравниваю место сварочного шва. Отлично. Снимаю кусок, готовлю машинный кусок сварочным работам, устанавливаю новый кусок, свариваю. Сварочные работы закончены. После сварки немного потянуло сварочный шов. Исправляю это при помощи споттера.
Теперь немного шпаклевки, грунта, и после этого устанавливаю бампер и задние фонари. Моя работа закончена. На эту работу ушло 20 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!